Всем привет! Я продолжаю играть на покерной площадке Olibet и пытаюсь отыграть начальный бонус, который называется «Медовый месяц». Сегодня у нас шестой день этой акции. Нам нужно отыграть всего 30 дней, чтобы получить все-все-все плюшки, 30 миссий подряд выполнить. На данный момент я уже выполнила 5 миссий. Сегодня шестой день, и наша задача – тип игры Hold'em поставить страдл. Ну, что я знаю про страдл из покера? Страдл – это ставка вслепую, до того, как раздали еще карты. В принципе, эта ставка применяется, когда человек играет за столом. Стол, например, довольно-таки тайтовый, то есть игроки играют очень спокойно. И опытный игрок может использовать ситуацию на любой карте, да, страдл обычно ставится после блайнда большого сразу, да, и он больше, чем блайнд, да, это ставка, то есть это рейс, это атака на стол. И в зависимости от того, как будут вести себя другие игроки, в зависимости от их карт, да, человек опытный может принять решение и даже, ну, выиграть этот банк, да, то есть он получает преимущество, у него последнее слово потом в игре. Ну, как это будет в онлайне, давайте попробуем посмотреть. Вот мы открыли холдом. Откроем столы. Выберем какой-нибудь самый дешевый стол. В принципе, и посмотрим, как это программно делается, этот страдл ставится. Так, 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 так. Ой, 2 цента, 1-2 цента. Ну, в принципе, какая нам разница? Сядем за любой стол. Вот, например, за такой. Присоединиться нажимаем. Присоединиться. Так, говорят, что уже место занято. Я не успела присесть. Встать в очередь. Давайте попробуем сесть за другой стол. Вот, ну, за этот, например. Ну вот. Окей. А, ну вот, смотрим, да? Пока идет розыгрыш, смотрим. Здесь есть кнопки «Сменить стол» и есть «Страдл». Да? «Страдл». Вот даже по нему есть информация, можно нажать, да? Чтобы поставить «Страдл», нужно нажать эту галочку в начале. Да? Можно делать это из любой позиции. Любой игрок может сделать рейс «Страдла», да? И игрокам дается 5 секунд на рейс. И вне зависимости от суммы он зависит. Сейчас у нас будет... А, подождите, у нас не блайнд как раз, а будет следующая раздача. Вот давайте следующую раздачу, мы сразу с страдлом и войдем. Да, в следующую. Вот у нас, смотрите, появилась такая вот табличка страдл. Столы все короткие здесь. Check. Попробуем сразу выполнить задачу. Он как раз, нас как раз посадили на такую руку хорошую, что, на такую, нас как раз посадили на позицию хорошую, скажем так, для страдла. Как раз мы будем перед блайндом. Bold. Сразу в игру и войдем. Straddle. Ну вот, видите, страдл – это двойная ставка. Bold. Call. Все ушли, у нас как-то даже еще Check. Стол пустой. То есть мы, не видя карты, поставили страдл, да? Окей, у нас пятерка совпала. Check. Теперь мы нападем на него. Bold. Вот мы еще и банк выиграли, да, ну так нам повезло. Straddle. Mission complete написано, то есть мы выполнили эту миссию, не надо нам страдл, у нас он уже сделался автоматом, мы забыли галку убрать. Мы забыли убрать галочку. Мы поставим вне игры на следующем блайнде. Стол у нас... Все покинули стол, но так у нас получилось просто, что все покинули стол.
Все скинули, все ушли. Ну, и закончился. Да? В принципе, на двух восьмерках нам повезло, была хорошая еще и карта. Туз 8. Raise. Давай нападем на него. Все-таки один на один играем. Raise. Окей. Bet. Не будем платить. Ну вот, короче, сегодняшняя миссия выполнилась, ну, просто очень-очень-очень быстро, да? Стол сам вот еще закрылся, окей. Смотрим мои завершенные миссии. О, миссия completed. Все в порядке. Так что до завтрашнего дня, до 7-го дня. Иногда бывают, оказывается, и такие очень-очень быстрые миссии. Всем пока-пока.